Более 4000 ям. С таким количеством повреждений предстояло справиться дорожным службам городского округа Люберцы. Многочисленные обращения жителей, поступающие к руководству муниципалитета, не остаются без внимания. Ремонт дорожного покрытия, который стартовал 15 марта, проводится в соответствии с установленным графиком. Небольшие коррективы периодически вносит погода. На сегодняшний день в городском округе заделано 3800 ям. Для полного завершения работ остается отремонтировать дороги в 7-8 микрорайоне. Если нам позволят погодные условия, то, наверное, к концу недели, максимум в начале следующей, мы уже отчитаемся о проделанной и завершенной работе в этом направлении. А что касается проблематичной улицы 65 лет Победы, то ею власти Люберец займутся отдельно. Уже в следующем месяце на этом участке начнется ремонт дорог. Новый асфальт будет проложен по всей улице. На данный момент там проводятся подготовительные работы. Там установлены информационные щиты для того, чтобы все понимали, что дорога действительно будет ремонтироваться. Напомним, следующим этапом реконструкции люберецких дорог станет плановый ремонт асфальтового покрытия. Он начнется в конце мая и завершится к 1 сентября. Луиза Егиасарян, Яна Яковлева, Никита Скраган и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.